В 18 километрах от Варны расположен один из лучших курортов Болгарии – Ривьера. Он построен в дремучем лесу, окружен старым тенистым парком с вековыми деревьями и имеет чистый пологий пляж. Северная граница курорта примыкает к золотым пескам. Ривьера была построена как правительственная резиденция на самом берегу Черного моря. И сейчас этот небольшой закрытый курорт считается элитным. Его отличает высокий уровень обслуживания. Он рассчитан на размеренный и спокойный отдых обеспеченных семей. Как и все прибрежные курорты Болгарии, Ривьера славится своими минеральными источниками. Минеральная вода, которая слабо минерализирована и содержит лечебные компоненты, присутствует здесь и во всех душах на пляже, и, конечно, в бассейнах. Курортный комплекс предоставляет отличные условия для проведения конгрессов и конференций. Это прекрасная возможность совместить работу с полноценным отдыхом на берегу моря. Бальнеологические центры предлагают позаботиться о себе и своем здоровье. Из наиболее популярных лечебных и оздоровительных программ можно назвать общее бальнеологическое лечение, антистрессовую, косметическую программы по продлению жизни и для восстановления веса. На курорте всего 6 отелей, и все они высокого уровня обслуживания. Соответственно, и уровень цен на все здесь значительно выше, чем на других курортах Болгарии. Этим пока и сдерживается небольшое количество мест. А на курорт привлекается респектабельная публика, позволяющая себе хороший отдых в хорошем месте. –